новый наступил, кушать стало нечего. Ты меня пригласил и сказал доверчиво: милая ты моя, девочка голодная, я накормлю тебя, если ты не гордая. Я накормлю тебя, если ты не гордая. Два кусочка за околице. Здравствуйте, дети! Какие нахрен дети? С Новым годом, с новым счастьем! Ты квартиру перепутал, придурок, тебе ниже, походу. Только убери свой. Лёха! Мишаня! Ну, от нашего стола к вашему. А чего ты решил зайти-то? У меня Наташка с дочкой в Таиланд умотали. Ну, я-то знаю, что ты один встречаешь. Но я решил заглянуть к старому другу. Понятно, все с тобой. Ну что, дядя Леша, обуханем по-взрослому, как раньше. Давай. Ну, ты слышал, короче, что Малахов, ну, который все пятки подорожникам натирает, он его брат. Yeah. А ты слышал, короче, что Малахов гей? Нет. Yeah. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, и та-да-да-та-да. Я, короче, айфон в сортир уронил. Чё ты ржёшь? Да, да, давай завтра достанем. Завтра тебя достанем ещё. Стану тебя по башке. Во мне сказки, только я не верю тебе. Два кусочка колбаски у тебя. А теперь по кладбищу несут гроб на руках. Девушки, рыдая, раскраснели все в слезах. И оркестр знает свое дело. Че у тебя, блин, сегодня все падает-то, ё-моё? Ты у нас как рубль, отвечаю. С Наташкой-то у тебя хоть банан не падает, нет? Ты что сказал? Ты что, жив, что ли? Слышь, придурок, я с тобой больше пить не буду. Два кусочка колбаски.
у меня лежали на столе. Олень. Ты рассказывал мне сказки, ой, да я.